Здравствуйте, Константин. Это видео про ваш адаптер M42 Nikon с одуванчиком Лучникова и задней крышкой. Сейчас я проверю адаптер в моей камере. Вот смотрите, точно такой же объектив, как ваш. Pentacon. И камера Nikon D3. К сожалению, красная точка на таких переходниках немножко не в правильном месте, поэтому, когда вы вставляете объектив в камеру, ориентируйтесь на средний контакт одуванчика. Совмещаем средний контакт одуванчика с белой точкой на камере, поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Смотрите, я запрограммировал фокус на расстояние 50 мм. Вот, как видите, шкала объектива находится в правильном месте. И диафрагма от 1,8 до 16. Вы всегда сможете перепрограммировать одуванчик, если нужно. Особенно, если будет бэк или фронт фокус, то по нашей инструкции можно будет скорректировать бэк-фронт фокус. А также, как я вам говорил, что без переделки он будет фокусироваться примерно до 2 метров на кропнутой камере и всего лишь до 1,5 метров на полноформатной. Я проверял вот на своем Nikon D3 и на Nikon D70. Итак, очень аккуратно используйте одуванчик. Крышка закручивается против часовой стрелки, откручивается по часовой стрелке. Сейчас я упакую и завтра утром отправлю вам в Израиль из Словакии. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.